смогли. В головах у них были дырки, а из дырок торчали мозги. Как-то раз на рассвете раннем было холодно и темно, вышел кто-то им эти мозги и сдрыснул с мозгами в окно. Тут, казалось бы, все пропало, без мозгов какая ж тут жизнь. Растопыриться кайфа не стало, чисто ранний постмодернизм. Но собравшись внутренне крепко, растопырки уже как могли, фанерой закрыли дырки и за пивом куда-то ушли.